друзья мои! Сегодня я готовлю паштет. И как видите, он у нас будет по метаболическому принципу. Мы используем грудку индейки, шампиньоны, можно любые грибы. Но я взяла нейтральные, те, которые можете найти в любом супермаркете. Шампиньоны и лук. Белок, клетчатка и термически обработанный лук у нас будет как углевод. Ну что, поехали. Чистим лук, нарезаем мелко. Моем, чистим шампиньоны и тоже нарезаем мелко. У меня получилось 350 грамм чищенного лука. Обжариваем до золотистого цвета. Лук у нас готов. Откладываем его в сторону. Грибы помыли, очистили. Теперь измельчаем. Неважно, большие, маленькие. Мы их все равно потушим. Грибы измельчили, у нас тут получилось 500 грамм помытых, очищенных, нарезанных шампиньонов. Грибы перекладываем в сковороду. Масла не будем добавлять, потому что шампиньоны пустят сок, и они в этом соку потушатся. Вот видите, сколько жидкости пустили шампиньоны. Я накрою крышкой, чтобы жидкость не испарилась очень быстро, чтобы они немножко потушились в соку. Минут 5. 5 минут прошло. Оставляем немножко без крышки, чтобы лишняя влага испарилась. Готово. Убираем грибы с огня. Четыреста грамм грудки индейки перемолоты, фарш. Обжариваем. Я добавлю сюда еще одну столовую ложку белого столового вина. Можно добавить соль, перец. Мясо обжарилось. Румяненьким стало. Даю немножко остыть. Я хочу, чтобы паштет получился однородный, без комочков. Поэтому я перепущу все ингредиенты через мясорубку, через мелкую решеточку. Итак, грибы. Лук. И мясо. Все перемолола.
Сейчас добавьте специи, соль, перец, травки, то, что вы хотите, то, что вы любите, хорошо перемешать. Я достаточно хорошо перемешала, осталась довольна консистенцией и вкусом. Вкус очень приятный, можно готовить из любых грибов. Готовьте, радуйте себя, своих близких. Этот паштет, во-первых, низкокалорийный. Я посчитала, в этом паштете 77 калорий на 100 грамм. Во-вторых, построен по метаболическому принципу. В нем есть достаточно белка, клетчатки, углеводов. Ну и, что немаловажно, он очень вкусный. Готовьте, ешьте на здоровье. Радуйте себя и своих близких. А потом разрезаем булку из псиллиума и щедро намазываем паштетом. И, пожалуйста, приятного аппетита!